На каксахим производстве АО «ArcelorMittal Temirtau» стартовало испытание новых средств индивидуальной защиты. Речь идет о системе защиты дыхания с мощным вентиляторным блоком и высокоэффективным фильтром. Данная СИС представляет собой ранцевую подвеску вентиляторного блока с многоступенчатой системой фильтрации, от которого по гибкому шлангу воздух подается в подмасочное пространство эргономичной маски с двумя клапанами выдоха. Умная электроника компенсирует подачу очищенного воздуха в соответствии с изменяемой высотой местоположения пользователя и температурой окружающей среды. Также данная система сочетается и согласованно работает со сварочными щитками. И этот вид данного аппарата работники тоже тестируют на рабочих местах. На сегодняшний день на каксахимпроизводстве АО ArcelorMittal Temirtau два варианта СИС тестируются индивидуально для двух категорий работников. На данный момент это сейчас актуальная тема для того, чтобы мы смогли обеспечить комфортные условия труда на горячих участках, на определенных профессиях. Это профессия барельефчика. Это работы выполняются наверху коксовых батарей, где у нас есть, бывает иногда, выделение коксового газа, высокие температуры, ну и плюс иногда бывает запыленность. Также протестировали по профессии огнеупорщик. Также люди выполняют ремонты на горячих участках, это связано с ремонтом камер коксования. Сотрудники каксахимпроизводства испытали на себе действие новых СИС. После недели использования они поделились своим мнением с нашей съемочной группой и дали оценку эффективности данной системы. Новые СИС предоставили на испытание, на тестирование новый аппарат. Отработал в нем неделю. Показал себя с рабочей стороны очень приятно. Просто обслуживание. Хватает на 12 часов работы, фильтросъемные, очень удобно и приятно работать в нем. Работы проводил по очистке газоотводящей арматуры, уборку выполнял барельефа, соответственно, меньше усталости. Фильтр, конечно, замену я производил 2 раза в смену. Улучшилось воздух, кислорода, подача, хороший аппарат. Как отметил Анатолий Фадеев, при подборе средств индивидуальной защиты важно учитывать специфику производства, а также ощущения работника. Поставщики нам предлагают те или иные, но мы для своих работников должны выбрать оптимальные. Не для того, чтобы это сделать где-то для галочки, отдать людям, комфортно им или некомфортно, мы должны попробовать несколько. Специалисты в сфере охраны труда и промышленной безопасности рассчитывают с применением новых высокотехнологичных средств индивидуальной защиты решить вопросы сохранения здоровья работников, одновременно повысив эффективность труда. Анастасия Ходрева, Андрей Буховский, Новости Темиртау.